Не будем. В настроении не будем. А внешним сосредоточимся на внутреннем. А внутреннее бывает избегает контакта. Не хочет выходить. Но если выходит, то тогда ты чувствуешь, сколько всего есть забавного и интересного в твоей судьбе, в твоем мире. Есть стимулы, есть какие-то искусственные способы. Есть. Я знаю их, но я стараюсь их не употреблять, потому что всякое искусственное движение вызовет затем определенные, не скажем, грубые воздействия, так вот мягко скажем, да, грубые воздействия на психику. И, возможно, будет трудно их исправить, сами понимаете. Что жить надо до конца отпущенного тебе в этом воплощении. Жить надо так, чтобы как можно больше и сильнее реализовать все возможное. Задачи, как кармические, возможно, у кого прежде всего, у кого на втором плане они, у кого, значит, на первом плане. Познание, определение, возможность стать ведущим человеком. Это очень важно. Это важнее, чем даже магия, которую основы. Это же не основа, а некоторые из магии вещи доступны почти всем. Но из-за нашей слепоты мы стараемся не углубляться в это. А для того, чтобы углубиться, надо иметь знания, быть ведущим человеком. Сопроводилом ночью и к этим психоделам обок звониться, за уводилом же есть отварта, и же можно ее зведеть. То есть, когда проходил около этого колокольни, видел, что она открыта, и можно ее посетить, на ней подняться. Вот, вот она, у этого архикатедры. Ну, нам еще какие-то дни, ну, сегодня вроде бы до 5 годины. Сейчас, тура, ну, может, и 12. И хочу, так сказать, подняться, посмотреть, если что удастся посмотреть. Либо с нее, либо по дороге наверх. Уверен. Архикатедра побудована 1764 по 1797. Ну, реставрация это была в 20-м столетии. Мы, короче, моемся. Сейчас забочимы. Базилика архикация катедральная. Ну вот вход, сейчас начинаем мы наше движение. Ну вот мы видим отвязание в такие-то коры. Тут такая старая. Вот это с той стороны. Обудовочка. Угу. Ты ж зеленый. Вот будова 1764 року.
бископы Сираковские, Водницкие, кардинал Франтишек Станявский, надбудова в 97-м. Ну, тех, кто, так сказать, спонсоры и исполнители. Одновенно от 65-м. Сандамиш, так, текст, да, каштовало 22 тысячи злотых. Запрошен на выставу вежи архитектурки. Ну, идем. Сходы в небо. День добрый. То есть платное? Да, все добрый. Ой, добрый, дякую. Червона доля не написана, не разумна. Из-за нашей слепоты мы стараемся не углубляться в это. А для того, чтобы углубиться, надо иметь знания, быть ведущим человеком. Коль ты не ведущий, то лучше не стремись к магии. А только стану таким определенно человеком, охватывающим мистическим взглядом весь этот мир. Тогда этот мир будет совершенно иным. Не таким, как тебе кажется, когда ты погружен в серость и низость бытия нашего. Как-то так. Впрочем, об этом нет смысла рассуждать. Даже в мыслях главное – это действие. Действия дают возможность познавать. А познание, естественно, продвигает тебя к видеть само освоение этого мира. Уже даже в этом одном воплощении. Что иногда просто недоступно. Ну что, крутимся, вертимся, и все вокруг одного и того же. Там были, и мы пойдем посмотрим. А вот это низшая башня, которую мы видим, это вот высшая, которая, ну, высшая, не, наверное, ну, какая-то так грубшая, то мы видим и те раз, когда листва падла, а то видим и целый час на гуже светится дома моему. Окна на нашей утоне. Вот такая вот замчистка. Там все мысли. Тут семинариум высший духовный. Ну что, зробим кілька здень, показуємо щось.
где-то. Вот телевышка. Просто по курсу. Будет ее снять сейчас, как закончится. Царство ворон.